Спиртопровод. Дельцы из Черновицкой области спирт пустили прямо по трубе. Ее обнаружили сотрудники госпогранслужбы. На злоумышленников вышли совершенно случайно. Подозрения вызвали два грузовика, которые направлялись в сторону украинско-молдовской границы. Фуры везли пустые бочки. Когда пограничники остановили одну из машин, то водитель признался, что тара предназначена для транспортировки спирта в Украину из соседней Молдовы. Планировали перекачать 16 тонн. Интересно, что 300 метров пластикового шланга тянулись прямо по земле, и никто даже не пытался его спрятать. Скоріше за все, це була здійснена підготовка до здійснення масштабної протиправної діяльності. Я не готовий сказати на рахунок якості і цінової політики, на рахунок спирту, але якщо ділки намагаються в незаконний спосіб його переправити, значить якась вигода в цьому є.